Ключи новоселам. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный передал ключи новоселам дома номер 18 по улице Первомайская. Жилье получили 12 окружных семей, переселенцы из ветхого аварийного жилья, а также 5 детей-сирот. Ольга Русул продолжит. Здравствуйте. Здравствуйте. Многодетная мама и богатая внуками бабушка Ольга Пырерко готовится к переезду. В 2018 году старый деревянный дом на улице Калмыкова, где проживает семья, признали аварийным. Переселить обещали до 2024-го. И вот неожиданная радость прямо перед Новым годом. Это у нас туалет в аварийном состоянии уже находится. Мы с соседями через стенку разговариваем буквально. В гости к Ольге Пырерко зашел губернатор Юрий Бездудный. Он лично убедился, как своевременно и необходимо этой семье новое жилье. В старой квартире обваливающийся потолок, провалившийся пол и огромные щели в стенах. Сразу все проседает. Ну, мы когда заходили, там вообще щель. Да. Там вообще щель. Спасибо. Ну, хорошо. Пожалуйста. Этим летом еще крыльцо отремонтировали. Вы видели бы, какое крыльцо. Вот так более-менее отремонтировали. Ольга Викторовна, ну что, поедем в новую квартиру смотреть? На Первомайской 18 будут жить горожане из самых разных микрорайонов. Сюда переедут жильцы аварийных и ветхих домов по улицам Заводская, Евтысова, Рыбников, Сапрыгина, Строительная, Калмыкова, Авиаторов, Октябрьская, Пионерская и Южная. Была небольшая заминка со сдачей жилья, но я считаю, что подрядчик исполнил свои обязательства. И сейчас, в канун Нового года, безусловно, это самое, наверное, радостное событие, канун Нового года и получение новых ключей. Поэтому хочется пожелать людям, чтобы они стали добрыми соседями. И вот долгожданный момент – церемония вручения ключей и символичное перерезание красной ленточки. Сегодня поистине праздник у всех нас, потому что этот дом, он уже давно ждет своих жильцов. И то, что сегодня мы вручаем первые квартиры, ключи от первых квартир, это только первый шаг. Одну из первых долгожданные ключи получает и Ольга Пырерко. Ее новое гнездышко расположено на 6-м этаже. Подъезд дома оборудован лифтом и энергосберегающими системами. Все квартиры сданы в чистовой отделке. Словом, заезжай и живи. Дом, к сожалению, сдали с задержкой там, по объективным причинам, которые касаются именно крайних условий севера. Но, тем не менее, свою задачу выполнили. Дом сдали теплым, качественная отделка, люди довольны. Все пошло с удовольствием. Люся как отплыла быстро. Ольга Пырерко с радостью осматривает новую жилплощадь. Квартира просторная, места должно хватить для всех. Все нравится, очень хорошо, прекрасно. Всем места хватит? Хватит. Надеюсь, хватит. У всех, кто заселяет этот дом, сбываются мечты накануне Нового года. Ну, это же просто замечательно. С наступающим Новым годом, и пусть эти квартиры обживаются, пусть в них появляются елки новогодние, и пусть этот дом светится. Есть уже детская площадка во дворе, замечательный дом. Всего же в новостройке 48 квартир, из них 6 предназначены для детей-сирот и 40 для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Ольга Русул, Леонид Шишилов, телеканал «Север».